Здравствуйте. Сегодня в программе «Клуб 700». В детском саду с Тоддом произошло нечто, что повлияло на всю его жизнь. И изо всех сил старался найти утешение в наркотиках и алкоголе. В гостях в студии успешный писатель и врач доктор Марк Хайман. А также ответы на вопросы телезрителей в рубрике «Откровенно». Сутенер. Чем занимается сутенер? Он живет за счет проституции женщин. Человек по имени Тодд Габелл был без зазрения совести, принуждал женщин к этому. В конце концов, как говорил сам Тодд, когда ему было 5 лет, с ним проделали то же самое. Как и все дети, Тодд Габелл любил играть и был жизнерадостным. Но все изменилось, когда его отдали в детский сад. Меня сексуально принуждали в этом учреждении для дошкольников. Я знал, что это неправильно. Хотя я не знал, почему именно. Я был еще слишком мал, чтобы понять, но видел, что так быть не должно. Женщина, которая это делала, запугивала мальчика. Она говорила, что если я не буду этого делать, она расскажет обо всем родителям. Это был старый трюк, но он прошел. Потому что я, конечно же, как ребенок, поверил этому. Я подумал, что у меня будут неприятности, если только родители обо всем узнают. Это продолжалось почти год. У меня развелось чувство неопределенности в отношении половой сферы. Я не знал, что здесь правильно, а что нет. Не думайте, что раз я был еще мал, то это прошло для меня незамеченным и никак не повлияло на мою жизнь. Чувство вины и стыд охватили меня. Я видел, что здесь что-то нечисто. В старших классах весь этот букет чувств перерос в ярость. Я начал драться в школе и постоянно из-за этого попадал в неприятности. Тодд стал употреблять наркотики и алкоголь. Когда я впервые попробовал алкоголь, я не знал, что так сильно буду от него зависеть. С первого же глотка он подчинил меня себе. Он стал управлять моими эмоциями и чувствами. И еще в середине 9 класса я избавился.